Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, опять же, в постоянном для себя и привычном режиме. Значит, в курсе того, что здесь происходит ежевечерне по будням. С 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем. Песни они нам свои поют. Ну, соответственно, знакомят вас со своим творчеством. Коллектив, который здесь сегодня, я представлю, как обычно, позже. Первая песня, а затем уже в качестве такого знакомства в некотором смысле, музыкальной заявки. Они сыграют что-либо из своего сегодняшнего репертуара. Ну, а дальше, конечно, мы познакомимся ближе и поименно представим друг друга. И группу я назову. Но могу сказать, что сегодня нас ожидает, если вы не знакомы с их творчеством, удивительное знакомство. Я вам обещаю, сегодня будет очень любопытно. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали.
абсолютно гипнотическая музыка, скажу я вам. И опять же я рассчитываю на то, что вам это понравится так же, как и нам в свое время, для того, чтобы пригласить этот коллектив сюда. Итак, The Jack Wood, так называется группа. Группа из Томска, но, как я понимаю, уже проживающая в Москве, верно? А как их представлять? Очень просто, их всего трое. Вот, знаете, удивительно, ну, уже давно перестали мы удивляться тому, что музыканты в малом составе умеют издавать невероятное количество плотного звука. Вот та самая история сегодня и здесь. Саша — это вокал. Да. Денис — это гитара. Да. Коля — это барабаны. У меня нет микрофона. Ну, нагнись, сделай уж, пожалуйста, соизволь. Чуть-чуть. Я специально вот так, чтобы... Нет, дело в том, что вот там у тебя должен был бы быть микрофон, он у барабанщика там и стоит, но сейчас у нас есть акция совместная с группой 2517, и поэтому мы два, один запасной, один оттуда, были вынуждены отдать им на съемки. Спасибо акции 2517. Так что, прости, пожалуйста, но редкий случай. Самое удивительное, я тебе скажу, можно год делать программу, пять раз в неделю, там может сидеть барабанщик, ни единого слова, зараза, не сказавший за всю программу при наличии микрофона. Как только микрофон куда-то девается, две группы к ряду, барабанщики разговорчивые. Ну, ты понимаешь? Так что уж извини, так сложилось. Вот это и есть, собственно говоря, Джек Вуд. Можно без «зе»? Конечно. Джек Вуд. Так проще немножко получается. Вот те самые люди, которые сегодня эти два часа проведут с нами и с вами, и за эти два часа, я полагаю, аудитория у них прибавится, причем очень солидно. Давайте-ка я сообщу, как с нами связываться, это важно, потому что у людей же есть какие-то мысли, соображения, правда, эмоции. 4647 — это короткий номер для смс-ок ваших. 4647, сначала пишите «свои», без этого префикса не попадет к нам сообщение. Делаете после «свои» пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть эмоции, впечатления, вопросы, опять же, все это, милости прошу. Группа ВКонтакте, официальное сообщество своего радио. Там все просто, уже давно выложен анонс. Фотография такая красивая, очень атмосферная фотография. Судя по всему, ребята лежат здесь на лежаки какие-то, да, на морском побережье. Да, очень широкий лежак для всей семьи, как я понимаю. Я да, такие для вижу. Всей нашей семьи, да. Все, да, вижу это в первый раз. Ну, очень красивая штука. Там же, кстати, в анонсе название коллектива выделено синим, это значит активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь у них в сообществе, вступая в ряды этого сообщества, получаете информацию об их концертах, турах, альбомах, релизах. В первую очередь это очень важно. Как говорят, как говорили в советские годы, если ты предупрежден, ты вооружен. Сейчас мы как-то стараемся меньше милитари. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Достаточно для этого зайти на сайт своего радио, своеradio.fm. Там есть сверху плеер, в котором онлайн-аудио. Это слева кнопочка. Чтобы слушать, просто слушать онлайн видео с синим кружочком, это справа. Кликаете на нее и оказываетесь на портале Planeta.ru. Низкий поклон, благодарность огромная. Там, собственно, вся картиночка из студии и транслируется. Там же есть чат, в котором также можно отписываться. Кстати, чат есть и на сайте. Отовсюду мы стараемся выискивать ваши сообщения. Самое интересное оказывается в эфире, то есть публикуется, и дальше уже все идет по накатанному. Как называлось первое произведение, братцы? Называлось «Born Underground». Ну, коротко, лаконично, ясно, красиво, эффектно. Я так понимаю, что группа существует 4 года? Да, именно. И за эти 4 года 3 альбома? Ну, первый альбом, его альбомом сложно назвать, это такие демо-записи, там, по-моему, было 7 композиций всего. Но полноформатных мы считаем 2 альбома. Ну, все равно за 4-то года это достаточно много. Кто такой плодовитый? Кто пишет тексты? Так, это махнул в сторону. Сашка, кто и поет? Кто и поет, то есть твои тексты. Да, а музыка чья? Моя. Вот как все. А что тогда делает у вас Колян? Барабаны Колян делает все. Он просто красиво стоит, я понял. Очень эффектно. В картинке его стойка сейчас, я думаю, у женщин вызывает определенную реакцию. Ну, такой мачо. Нормально, нормально. Да ладно. А вот сейчас, ты знаешь, смущаешь. Да, вот то, что сейчас сделал, это футбольная какая-то уже история была. Значит, тексты твои, музыка твоя. В итоге, скажи, пожалуйста, ну, коллектив состоит всего из двух музыкантов. Гитара и барабаны. Давай мы, может быть, аудитории объясним, как так получается. Ну, надо такие вещи иногда объяснять, что твоя гитара издает некое количество звуков, похожих на несколько инструментов. Ну да, да, я использую октавер. То есть да. Я очень часто использую октаву вниз, помимо моей основной октавы, октаву вверх, и две октавы вверх я использую. И я обычно играю в гитарные и басовые кабинеты, как комбари одновременно, поэтому... То есть у тебя, давай так, у тебя две линии сейчас. Одна линия идет в комбарь. Да, другая линия идет в басовый усилитель. Вот. Ну, то есть, чтобы потом вопросов, а даже придирчивая аудитория, они же все очень тонко чувствуют, очень тонко слышат. Скажут, что такое непонятно. Один вроде бы гитарист, а звуков много. То есть мы сейчас должны эти карты раскрыть сразу, чтобы вопросов по ходу эфира не возникало. Вопрос, конечно. Все. Да? Итак, группа существует с 2011 года, зародилась она в Томске.
Вы все из Томска? Да. И вот так все махом взяли и махнули в Москву? Ну, практически махнули. На самом деле пообсуждали пару часов за рюмочкой и решили уехать. Ну, за рюмочкой можно и за 15 минут договориться, в принципе. Так, уехали. Но для того, чтобы жить, надо же как-то, наверное, на что-то жить. Вы же чем-то занимаетесь, помимо того, что музыку играете? Грустно вздохнул, Саша. Сложно сказать. Кто-то занимается, кто-то нет, да. Нет, ну работаете же. Ну, скорее, это уже подработка. Ну, потому что чем ты занимаешься? Как ты зарабатываешь, скажи мне? Ну, я на самом деле не особо рвусь раскрывать свои источники доходов, но я могу сказать только то, что сейчас основная деятельность моя — это музыкальная. Ну, то есть даешь уроки? Нет, нет. Я на самом деле не умею играть на гитаре. Да ладно? Да. То есть получается, что это даже на гитаре не ты играешь? Нет, играю я, просто я не могу давать уроки, потому что я не умею играть в стандартном строе. Я играю в своих строях. А, то есть у тебя я не могу сыграть ни одну чужую песню. Подожди, тогда как зарабатываешь-то как? Выглядишь вполне себе сытым человеком. Я не бомж, одет неплохо. Но... Я так скажу, у нас в программе нет такого, знаешь, я не особо... Ну, можешь не раскрывать, конечно, но я тебе скажу, что в этой студии среди музыкантов были и банкиры, и шахтеры. Я не удивлен абсолютно. Да, люди работают. Конечно. Для того, чтобы играть музыку, они работают. Как раньше была присказка такая, на Западе люди играют музыку, чтобы зарабатывать, в России зарабатывают, чтобы играть музыку, так что, в принципе, можно. Но мы склонны к тому, чтобы относиться к этому как раз наоборот. Ну а как зарабатывать можно музыкой? Группа зарабатывает деньги? Ну, какие-то деньги зарабатывают. Какие-то? Да. На чем тогда получается? Концерты? Концерты, да. Много концертов? Ну, не сказать, что прям много, но хватает, да. Для того, чтобы болела печень, хватает. Для того, чтобы болела печень, работать не надо. И концертов давать не надо. Есть два способа. Один способ, он такой жидкостный, другой тяжелый. Ну, я имею в виду, если понять, надо под пресс попасть. Сколько концертов в месяц даете обычно, в среднем? Да, это зависит от месяца. Да, ну, от сезона. Ну, в среднем. Давайте так, посчитаем, на скидку. Я думаю, что немного. Я думаю, что парочку в среднем. В среднем два концерта. Ну, как немного? Этого уж достаточно. Этого достаточно для группы, которая не ротируется на федеральных радиостанциях в постоянной ротации. Этого достаточно для группы, которую знают, естественно, те люди, которые в курсе с происходящим с музыкой в России, но не знает массовая аудитория. Мне кажется, что вы, в общем, уже добились немалого за 4 года. Если считать 2,5, пускай, альбома, да, за 4 года, 2 концерта в месяц в среднем, и зарабатываете вы уже за счет того, что делаете в музыкальном плане, ну, по-моему, это уже успех. А сегодня, мне кажется, после эфира у вас появится еще новая аудитория. Соответственно, мы были бы рады, чтобы вы зарабатывали больше. Давайте пойдем дальше. Что будет следующим номером музыкальной программы? Да, скорее всего, это будет композиция как раз-таки с недоальбома, который мы записали за одну ночь. Недоальбом, который первый был? Когда создали, да, когда создали группу. Она называется «Bloody John». Все, готово? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня Джек Вуд. Поехали.
Саш, садись давай. Я с тобой поговорить хочу, пока пацаны там занимаются своими делами. Скажи, откуда английский-то? Ну, чистый английский просто. Да, я это, скорее всего, не знаю, музыкальный слух вот помогает изучать языки. Очень мне нравится. Всегда языки, хотела то есть не быть филологом. Английский. Ну, да, если бы как раз мы такие мы зарабатывали достаточно музыкой, то, скорее всего, ну, я было бы три концерта изучала... в месяц, а не два. Я понимаю, да. Ну и да, если бы я выжила после этого, то, в принципе, я бы, наверное, изучала больше языков как-то профессионально. А так только самостоятельно. Вот. То есть это самостоятельное обучение языку? Или с носителем языка, может быть, как-то много общаешься? Ну, последнее время поездок много, общаюсь чаще с носителями, поездок чем раньше. Поездок за рубеж, я так понимаю. Да, с выступлениями. Где были последнее время? Если их много, то в каких местах? Ну, в этом году мы были в Германии, мы в были Голландии. В Голландии, мы были в Англии. Были в Грузии. Грузии, да. Да, это очень страна, где носителей английского языка много, да. Но, на самом молодые, деле, да. Молодые разговаривают только по-английски, а да, по-русски уже не говорят. По-русски. У них есть грузинский, у них есть свой. Естественно. Угу, так. Вот. Нет, я хотел сказать, что за бугром, так бывает, за бугром вас знают лучше, чем в стороне родной. Парадокс. Ну, знают пока что, наверное, не лучше, но какие-то первые шаги уже сделаны там. Лучше, лучше. Я же наводил справки-то о вас. Сегодня могли и должны были бы приехать американские ребятишки, которые хотели о вас снимать фильм, на секундочку. Не российский телеканал, который бы снимал фильм о молодой, прогрессивной, интереснейшей группе, играющей в потрясающий блюз, который блюзом-то назвать невозможно. Это некая смесь, то, что я люблю безумно. Но не получилось у нас, не срослось. Ну, есть некоторые причины, по которым это не срослось. Российские журналисты как-то не едут, а вот американцы готовы были приехать, снять репортажик отсюда из студии, а вас рассказать у себя. Вот в чем заключается парадокс. Мы не ценим того, что у нас есть. Это мерзко на самом деле. Но мы стараемся ценить. Вот свое радио — это та радиостанция, которая в своей ротации имеет больше 350 коллективов. На секундочку. Нет такой радиостанции в стране больше. Поэтому хотелось бы, чтобы и журналисты музыкальные особенно присматривались к тем группам, которые достойны внимания сразу, на заре, в зачатке. А не потом, когда они уже станут известными, тем паче за бугром-то. В Томске что происходит вообще с музыкой? Как много групп? Вот хороших групп, серьезных, сильных. Не знаю ни одной. То есть вы единственный, получается? Да, но... мы и не в Томске. Да, да, нет, хорошо, но вы-то корнями оттуда. Корнями оттуда, да. Но первоначально мы сразу решили, что мы не будем там выступать, пока не выступим. Пока они все не выучат английский язык, я понял. Нет, ну пока не выступим где-нибудь, где нам по-настоящему хочется выступить. А где хорошо бы хотелось бы выступить? Хотелось бы выступить, помнится, 4 года назад на Гластенбери. Вот в этом году выступили. Так. Порадовались. И решили же после этого, что, в принципе, можно и в Томске теперь выступить. Не, ну, нас знают на Западе, да, не намного больше, чем в России. На Гластенбери мы выступили. Скромничают, я не понимаю, то ли скромничаете, то ли действительно не привыкли пока к какому-то серьезному вниманию к себе. Я хочу сказать, что вы должны привыкать к тому, что к вам будут присматриваться теперь очень внимательно. Надо сказать, что я не знаю, что такое фестиваль «Шурф. Зима. Жара». Это было классно. В 2012 году я просто прочитал, что вы в Воронеже выиграли. Что это за фестиваль такой был? Такое, да, проводится в Воронеже. Это было на самой заре вообще нашей деятельности. Что такое шурф? Это фамилия организатора фестиваля. А, везде свои, я понял. Конечно. Я просто подумал, что это термин какой-то шахтерский, знаете, как шурфы роют люди там в земле. Это значит свои все. Ну и что за фестиваль? Кто там выступал, кроме вас? Я помню только, что приезжали Алла и Оля. Да, что-то там. Это уже трактор хорошо. Боулинг были, да. Трактор это... боулинг были? Да. Серьезно? Ну, я не помню. Вот. И очень еще много замечательных незамечательных разных групп. Ну, вы взяли гран-при там. Да, очень смешно получилось, потому что мы действительно достаточно... смешно взять гран-при. Смеха-то. Во-первых, мы не знали, что там какая-то конкурсная основа. Мы думали, что это просто фестиваль выступлений. А оказывается, там кто-то побеждал, кто-то проигрывал, о чем мы вообще не догадывались. Поэтому мы сильно удивились, потому что когда мы уже подъезжали к вокзалу, мы уезжали оттуда, позвонил организатор по телефону и сказал: «Я вас поздравляю, вы победили». Мы не поняли сначала, где мы победили вообще и кого. Да, а потом вот организатор сказал, что мы дарим вам барабанную установку, и я сказала: «Нахрена, куда мы ее вообще денем? Что нам с ней делать? Мы не ожидали такого груза». А что за барабанная установка? Да, какая-то барабанная установка, по-моему, она все еще даже стоит. Коль, что за установка какая?
да? Что там? А он не в курсе был, что им вам подарили барабан? Да не, она у него и живет. Она стоит, да. Не самая худшая, но не самая лучшая. Вот так вот. Ну, приличная, достойная, допустим. Ну, в микрофон. Тренировочная. А, понял, все. Так, ну и то. И то, и более того, ну, давайте двинемся дальше. Есть чудная премия «Степной волк» и Тайч Троицкий, которого я безмерно уважаю и с которым считаюсь абсолютно. Если уж вы на «Степном волке», в общем-то, в категории «Дебют», как я понимаю, да, победили. Но мы, кстати, по-моему, не победили. Да-да, по-моему, не победили. Он а, то есть вас тоже не предупреждали там? Нет, он как бы... Троицкий нас очень любит, и мы очень любим Троицкого. И даже недавно была такая не очень симпатичная история, в которой он выпустил статью, где было очень много ложной информации, и все начали скидывать мне ее и писать, что «Ой, Саша, Артемий беспокоится за тебя». Я думаю, потому что если бы он беспокоился, он мог бы позвонить, уточнить информацию и выдать ее верной, но он, видимо, решил немного пофантазировать. Мы не серчаем на старшее поколение, потому что... Благородно. Благодарю. Потому что старшее поколение и так, на самом деле, достаточно уже пассивно. Вот Артемий Троицкий один из немногих, кто еще как-то создает движение в музыкальной индустрии нашей страны. Так что на него мы не обижаемся. Но имейте в виду, Артемий. Хорошо, победили вы на индюшатах, я так понимаю, да? Да. Да, было такое. У Саши Кушнира. Ну, уже ничего. Я могу сказать, что вас очень любит афиша «Волна». А, это о многом говорит, кстати. Вы одни из любимцев этого издания. Чтобы вы в курсе были. Действительно, они очень хорошо о вас говорят и очень много пишут, и прилично пишут. Посему я хотел бы обратить внимание аудитории своего радио на этот чудный коллектив. Коллектив, который будет сейчас петь дальше. Что это будет за песня? Песня называется «Never Come Back, Girl». Итак, Джек Вуд в программе «Живые». Как всегда, у нас исключительно живой звук. 4647 – это короткий номер для ваших смс. Свои пробелы, а дальше все, что хотели бы. We'll be right back.
Но если сейчас скажешь, что у тебя и музыкального образования нет, вокального, то, честно говоря, я буду в совершеннейшем шоке. Музыкальное есть. Ух, как-то отвлекло вас. Вокального нет. Музыкальное какое? Фортепиано. А, ну то есть да, пианистки, они часто поют громко, потому что им надоедает долго сидеть, я знаю, с детства приходится сидеть за инструментом, и когда родители кричат, давай-ка, доча, поиграй, поди, она начинает отвечать. Ну вот, судя по всему, с самого раннего детства формируется голос. Давайте-ка мы вот о чем. 5 числа, я так понимаю, у вас концерт. Это буквально, да. Буквально завтра. Буквально завтра. Буквально да. Завтра, в субботу. Где это будет происходить? Это клуб «Вольта». Начало в 8. И, кстати, сегодня еще есть возможность до 12 часов купить билеты по интернет-цене. Угу. И я хочу напомнить всем, что эта возможность еще есть до 12 часов ночи по Москве. Обязательно воспользуйтесь, потому что завтра будет билет стоить дороже. Намного? По-моему, завтра будет стоить 600 рублей билет, сегодня стоит 500. Угу. Ну, в общем, не так уж и много, не такая большая разница. Но если вдруг кто-то действительно пока не знает, как спланировать свой день завтрашний, и пока еще до 12 часов ночи не понимает, как это будет происходить, то завтра у вас такая шикарная возможность есть. Вот Константин Твердо пишет, сижу очумевший от такой музыки. Это что-то невероятное, снос всех шаблонов, по крайней мере, я раньше этого не слышал. Улетно сижу, открыв рот, и нет слов. Ну, мы надеемся, что он сидит твердый. Ну, если он твердый, то он сидит твердо. Он должен сидеть твердым, да? Ты сейчас о чем? Ну, он же Константин твердый. О чем он? Провокатор, что Сашка знает. Молодец, молодец, все правильно, среди своих находишься. Чего там? Юлия Усова вот о чем спрашивает. Интересно, а как и какие были сделаны первые шаги на Запад? Куда-то посылали свои записи, связывались с организаторами фестов, концертов или сами на вас выходили? Ну, нас всегда выходят сами. Мы совершенно не... Не то чтобы не умеем, но мы просто не желаем запихивать себя во всевозможные щели, предлагая себя как товар. Поэтому очень приятно, что люди сами нас находят, что-то предлагают, и мы вполне дружелюбно соглашаемся. Я теперь понимаю, что надпись на маечке «Секс», она, в общем, не случайно у тебя на маечке. Так написано же, что он мертв. Не, секундочку. Ну, понятно, что ты вдруг, когда твердый, ты начинаешь играть со словом «твердый», потом вдруг вспоминаешь про щели, потом вдруг запихивать, ну и так далее. То есть здесь есть... А это уже насколько кто испорчен. Молодец, все правильно, все правильно. Я знал, что ты так и ответишь. Значит, таким образом мы с тобой нашли, о чем поговорить сейчас. Что касаемо как раз сексуальной стороны вопроса. То, что вы делаете... Вообще блюз, он сам по себе сексуален? Это, безусловно. Это однозначно, это определенно. И вся стилистика группы такая, я бы сказал, даже не мягко, а глубоко сексуальная. И в текстах это присутствует, и понятное дело, что и в музыке в самой по себе это есть. Эта сексуальность, она, ну как правильно сказать, она природная, то бишь это вот рождается само по себе. Или вы решили, что это стилистика, в которой вы будете работать, и будем эту линию гнуть? О, не, ни в коем случае. Мы вообще заранее никогда ничего не решаем, и... Стоит признать, что поначалу, мне понадобился, наверное, может быть, меньше года, но какое-то время мне понадобилось для того, чтобы понять, насколько я могу раскрыться на сцене. Просто я на сцене с 6 лет. И... А что там делала в 6 лет? Пела. Всегда пела я много. Вот. И... Но, конечно, не блюз и ничего сексуального в 6 лет я точно не исполняла. Вот. А вот как-то, видимо, возраст или что-то, жизненный опыт подсказал, я не знаю. Сейчас как так получилось. Троицкий перевернулся у себя в кресле, там, попивая коньячок. Ага. Возраст. Какой возраст? Кстати, давайте так, девушка обычно не принято об этом спрашивать, хотя я не понимаю, что девушки ломаются. 25. Спасибо. А остальным? 26. И скоро 30-он. Ну, нормальный, прекрасный возраст. В 30 лет я тоже когда-то понял, что 30 лет это нормальный, правильный возраст. Я бы хотел бы отмотать назад. Но в среднем получается 27. Ну, 30, 25, туда-сюда где-то. Вот средний возраст коллектива, 27 лет. Молодые, я сейчас сообщаю аудитории, это молодые люди. Люди, которые делают музыку, с одной стороны, вроде бы классическую, имея в виду основу, да, блюзовую, а с другой стороны, абсолютно... современную, абсолютно новую, абсолютно зрелую и свежую. И об этом, кстати, сказать говорят многие, я имею в виду специалистов, и даже западные промоутеры на это обращают внимание. Как так получается, если уж вы наверняка варитесь в своем собственном соку, особо-то ни с кем не пересекаетесь так, с музыкантами? С музыкантами? Ну да. Да, на самом деле, чем больше каких-то происшествий с нашим коллективом происходит,
тем меньше дружелюбия мы чувствуем от остальных музыкантов. Завидуют? Да, наверное. И, ну, или оно какое-то очень гиперболизировано, лицемерное. Да-да-да, это, кстати, больше отталкивает, чем когда просто завидуют. Да, но тем не менее... Невозможно терпеть лицемерие. А в чем выражается лицемерие? Ну, ты жил, думал, пытаются у тебя... дружить. Очень сильно хотят дружить. Мало друзей. Так нет, ну, по-моему, нормально, когда люди хотят дружить. Но почему? Очень навязчиво. Очень навязчиво. Ну, это, в общем, как-то всегда по-разному у всех. Но мы... Ну, как-то у нас вот своя семья, в общем. Я понял. Я объясню, что я хотел спросить на самом деле. Вы же, ну, как бы так правильно... Сейчас я подбираю слова, чтобы вдруг не подумали, что я пытаюсь подколоть. Я это вообще не люблю в эфире. За эфиром, пожалуйста, сколько угодно могу подкалывать. Для того, чтобы разбираться в музыке, для того, чтобы разбираться в том, что ты делаешь, нужно хорошо знать музыкальную историю, как минимум. Потому что очень часто молодые люди, набрав необычный для себя какой-то аккорд, сказал: «Вау, какой аккорд!» Он понятия не имеет, что это тот же самый аккорд уже миллион раз сыгран был, ну, там, на Западе, скажем. И он гордится этим, он играет. А ему говорят: «Чувак, да ты же похож на Аэросмит». Он говорит: «Как? Это мое! Хрен там!» Да? Чтобы не повторяться, а с каждым годом становится все сложнее, да, когда-то людям было просто играть музыку, никто этого не делал. А с тысячелетиями развития музыкальной культуры становится все сложнее. Как музыканту, в данном случае вам, коллективу, замечательному коллективу, не уйти в повторы, не уйти в отсылки? Вопрос наверняка на самом думали деле... об этом. Нет. Нет? Но вопрос как раз-таки заключается в том, чтобы... быть совершенно открытым. То есть ты живешь, через тебя проступает просто колоссальное количество, естественно, музыки. Если тебя это захватывает, ты можешь увлечься, например, какой-то темой, каким-то отрывком временным, историческим музыки и изучать, если тебе это нужно. Если не нужно, просто по ощущениям, то значит не нужно. Главное, не... Блин, перед написанием песни нельзя... сидеть и думать: так, я хочу сделать что-то новое. Вот сейчас я прям придумаю так из... Хорошо, хорошо. Вернусь. Извернусь так, что так никто никогда не делал. Нет, так сделать просто бессмысленно на самом деле. Повторы это или не повторы. Ты так или иначе не повторишь, если ты просто искренне выжмешь из себя то, что есть в тебе. Ну, искренне. Могу сказать, что вы абсолютно вудстоковские герои. Да, мы тяготеем к этой теме, да. Вудстоковские, вот в чистом виде. Да там хипари одни были, это отстой, вся эта пацифика. Так, я сейчас выключаю микрофон, женщина молчит. Абсолютно вудстоковские герои во всех своих проявлениях. Мы же на этой музыке росли, конечно. Вот почему я и задал этот вопрос, подвигаясь сейчас в эту сторону. А таких коллективов, которые живут этой традицией, при этом не повторяясь, я не знаю. Уж поверьте, 3 года с лишним программе, здесь побывало уж там, не знаю, 7 сотен коллективов совершенно разных. Для меня это было откровение, когда я это услышал. Но я могу сказать только, что вот возвращаясь к теме о том, как я использую инструмент, я для себя вот разработал... То, что ты играть не умеешь, я уже понял. Стратегию, да. Просто нужно просто не стоит пытаться быть как кто-то. Не нужно пытаться искать себе кумиров. Нужно... Ты можешь использовать знания каких-то ребят, какие-то техники, ты можешь перенять что-то, ты можешь использовать это, но ты должен прежде всего выражать свои эмоции. И только свои, а не чьи-то, не какую-то эмоцию выдуманную. То есть ты садишься бесцельно, ты не садишься писать что-то конкретное, ты садишься просто выпустить своих демонов, и вот у тебя что-то рождается. А демонов много. А демонов хватает. Демонов много. И главное, что да, как бы изучение музыкальной истории, оно нужно просто из уважения вообще. Если ты в этой сфере, то ты должен уважать то, что было до этого. Следовательно, ты должен знать. Согласен. Потому что, как бы, когда мы начинали, и Саша Кушнир смеялся и говорил: «Ха-ха-ха, вы герои из «Прошу, убей меня». И мы такие: «Чего?» И он такой: «Понятно, надо подарить книжку». «Ох, Саша, мы вот с тобой пообщались, ты рассказала о своей жизни». «Да, это же просто то же самое, что у Пати Смит в «Просто дети». Угу. И я сижу, и мне очень стыдно признаться, что да, Пати Смит, я слышала это словосочетание. Но, блин, кто это? Поэтому после нашего первого выступления в Москве я поняла, что мне достаточно стыдно становится общаться с людьми о каких-то величайших... музыкантах, когда я о них вообще ничего не знаю. А теперь знаешь. А теперь знаю, да. И действительно очень приятно находить единомышленников, некоторых уже мертвых, но все равно приятно. Ну, кого-то живых еще. А кого-то еще живых. Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Давайте петь дальше, ребятки. Что это будет?
А это будет такое некое совмещение двух песен с разных альбомов. Ну, в общем, немного мы побалуемся, наверное. Называется это как? Ну, оно называется Rite of Worship, вот, к которой мы присоединим отрывок из песни Empty Eyes, где, кстати, будет отсылка, которую мы не избегаем, но она чисто литературная отсылка к Джиму Моррисону. Угу. Которого все любят. Угу. Смотрю, даже на Дениса смотрю и понимаю, что он любит его сильно. Да, его же даже визуально все любят. Да. Это комплимент. Даже визуально, а это комплимент. С моей стороны, это комплимент. Если бы сказала девушка, не знаю, когда говорит об этом мужчина, наверное, это комплимент. Похоже. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Джек Вуд. Поехали.
красотища какая. А, слушайте, вот тут сообщение сейчас я обнаружил. Это, да, это в чате на планете, там, где картинка. Стас Крутовский пишет: не знаю, я вообще небольшой знаток, но весь эфир не покидает ощущение, что такой замечательный голос не выделяется на фоне музыки. Ну, давайте проведем маленький ликбез. Ребята поют, к счастью, не русский рок, где принято, чтобы голос торчал, и обязательно, чтобы было понятно каждое слово. Здесь очень правильное сведение, очень правильный и грамотный микс, потому как, собственно говоря, корни этой музыки, в общем, там, где... Да? Я уже много раз объяснял, что даже иной раз коллективы, сильные, мощные роковые коллективы, специально в свои пластинки, сами, да, в буклеты, вкладывают буклеты с текстами, чтобы люди понимали, о чем они поют, иной раз даже непонятно. Ну, так, так принято, это, в общем, нормально, это правильно и грамотно. Раз говорили о звуке, то сегодня за звукорежиссерским пультом Михаил Шкоренков. Наша овация, аплодисменты. Спасибо. Спасибо, Миша. Все звучит замечательно, все, как всегда, кайфово и красиво. Барабанщик крут, Лекса пишет. Ты крут, барабанщик пишет. Лекса написал. Ла. Ла. Написал ла. Спасибо. Ла. Написал ла-ла-ла-ла. Барабанщик крут. Ну, а нельзя быть не крутым, когда в коллективе всего два музыканта. Один гитарист, другой барабанщик. В общем, здесь не сложаешь. Никоим образом. Кстати, вот эта идея такого минимализма, да, минималистического коллектива, это идея изначальная? То есть это концепция или все же есть мысли расширяться музыкально? Нет. Ну, гитару нет, еще. Точно одну. Нет, точно нет. А чего, так? Да не требуется. Ну, в принципе, по тому, что вы делаете, конечно, не требуется. Но часто бывает, когда музыканты говорят, ну, так проще ездить, дешевле как бы получается. Нет, об этом, ну, конечно, это тоже впоследствии оказалось, что так и есть, но мы об этом не думали никогда изначально. То есть изначально была идея трех человек? Да, очень сложно людей держать вместе. Это большой труд. А чем меньше людей, тем сильнее ты. Да, дело на самом деле, я не знаю, насколько я помню, учитывая, как все вообще образовалось. Кто образовал? Давайте, кто отец или мать, основатель коллектива? Да, и отец есть, и мать. И дети пошли уже. Нет, ну кто, правда, кто образовал коллектив? Вот кто считается основателем коллектива? Так получилось, что 4 года назад я планировала покидать Томск уже тогда, вот. И все старинные друзья приехали меня проводить. А мы с Денисом тогда очень сильно враждовали. Да ладно? Да, мы знакомы с детства, поэтому у нас были разные периоды отношений друг к другу. От хороших до плохих. Сейчас хороший период? И обратно период. Хорошие. А сейчас уже родственные, сейчас уже нет вариантов. Угу. Вот. Это, ну, родственников не выбирают. Вот и мы, в общем, друг друга, в принципе, не выбирали. Ну, как сказать? И теперь, смотря каких родственников. Теперь просто терпим друг друга. И все. И получается вполне себе неплохо у нас терпеть друг друга. Ну, ты далеко ушла, ты дипломат. Кто основал коллектив? Давай уж. Ну, просто друзья пьяненькие сказали, что чего вы враждуете? У Дениса такие крутые пачки на гитаре. Что значит основать коллектив? Но это значит, что ты тогда сказал, погнали, я покажу тебе песни. Я подумала, там столько дерьмо. Пойдем песен поиграем, пластинок покрутим. Так, я раньше, я помню себя подростком, мы так девушек домой заманивали. Не-не-не, мне не надо было уже заманивать и все такое. Бывает еще раз у него дома на тот момент. Я говорю, знакомый с детства. Я приехала, он показал пачки, они оказались очень крутыми. И из меня посыпались какие-то непонятные тексты. Мы сразу все записали, решили ради шутки выложить в интернет. Утром мы стояли, обсуждали, что было бы круто это все сыграть на Гластонбери. Ха-ха-ха, но такого, конечно же, не произойдет. И вообще никому ничего не понравится, и все нас обосрут, потому что обычно, типа, все завидуют и начинают реагировать неадекватно. А народу понравилось. И нам стало жалко, что я уезжаю, по идее, на следующий день. И я сдала билеты и осталась в Томске, и мы уехали через пару лет. Так, хорошо. Вы про Коль ничего не сказали. Он тогда его еще не было. Вот. Значит, сначала получается, была мать и двое. Был отец. Вот все-таки вы вдвоем. Была там, была Ева. Что, основатель коллектива, извини, что перебиваю, обычно человек есть лидер некий, который придумал некую музыкальную концепцию и для себя, вокруг себя собирает музыкантов. И чаще всего бывает, что там 2-3 человека — это костяк, остальные могут меняться, приходить, уходить, но костяк остается. И поэтому есть некий отец. Основатель, скажем. Ну, это да? Какой-то стрёмный стереотип. Мне не нравится костяк, где есть какие-то еще непонятные чуваки, которые могут меняться. Мы не считаем, что Колян может меняться. В смысле, что мы его ни на кого не заменим и не изменим. Так это вы его, а он вдруг захочет уйти и уйдет. Ни хера вообще подумал. Коля, стоять. Я теперь знаю, кто в этом коллективе лидер.
В общем, знаешь, как в том анекдоте, когда женщина говорит своей подруге: я вообще люблю, когда мужчина рядом. Рядом, я сказал! Вот это твоя, мне кажется, история, да, Санечка? Ну, кто кого менять будет? В зависимости от того, кто мне этот мужчина. Мужчина или коллега? Так. Потому что с мужчиной одни отношения, а с коллегами совершенно другие. А если мужчина и коллега одновременно? В одном лице. Мы не совмещаем постель и работу. То есть вы стараетесь как-то держаться подальше. Это жизненная крепость. Мы стараемся не совмещать сексуальные отношения в коллективе. Ты хорошо сказала, стараемся. Мы очень стараемся. Так, не будем развивать эту тему. Спасибо. Потому что, судя по реакции, я понял, что стараться бывает с каждым днем все сложнее. Как по длине следующая песня, которую мы должны закончить эфир? Пардон, час. Это час эфира. Сколько примерно она по времени? Вайс, сколько? 4, наверное, минут. 4. Тогда есть еще парочка секунд, мы еще немножко поговорим. Потому что хочется закончить час на песне, а потом уйдем на паузу, пусть вернемся обратно. Значит, сегодня интуитивно сунулась познакомиться со страничкой группы, пишет Светлана Коваленко. Удивлена, приятно удивлена, даже не знаю, как называется этот жанр. Зацепили однозначно, жду начала. Это было написано еще в самом начале. Я просто сейчас полистал те сообщения, которые были перед тем, как мы начали играть. Потом кто-то, вот она бы Шира, это точно совершенно стала выкладывать фотографии с концертов. Я вижу эти фотографии и понимаю, что творится, какой напалм творится на концертах. Я вижу здесь Сашу, поющую практически в мостике. Ну, да, ноги, голова где-то там, микрофон здесь. То есть все это можно увидеть на живом концерте каждый раз. Завтра. Вот завтра, 5 числа, в Вольте, правильно? Да. Все да. Вот это великолепие энергии, которая, собственно, плещет из вас и всех, и из нее плещет. Еще больше, а мы тут поднакопили. А чего ты, собственно, здесь тогда стесняешься, не понимаю? Давай, а жги уже. Я не стесняюсь, нет, просто... Пол чистый у нас. Я водочку пила только пару часов назад. Вот, а в стакан с водой я ее лить не хочу. Я так посматриваю на пустые стаканы. Ну, сейчас будет перерыв. А, то есть тебе надо для того, чтобы зажигать... Сейчас, секундочку, сделаем. Лиза? Водочка? Ты не знаешь, где водочка? У меня в рюкзаке Лиза. Окей, давайте петь будем. Как называется в итоге песня-то эта? Вайс. Еще раз тем, кто, может быть, слушает нас первый раз. Сейчас мы закончим этот час песней. Дальше уйдем на перерыв небольшой. После чего вернемся, еще целый час у нас будет впереди. Здесь сегодня Джек Вуд. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Yeah.
Давайте продолжим. Напомню, сегодня в живых группа Джеквуд, и пауза была большая, долгая. Надо, наверное, что-то сразу спеть, чтобы не откладывать долгий ящик. Что это будет? Это будет песня с нашего последнего альбома. Она называется «Ferris Wheel». Ты успела то, что хотела? Да. Давай, жги. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Здесь сегодня, еще раз напомню, Джеквуд. Мы, вот лично я, получаем огромное удовольствие от того, что происходит здесь сегодня. Просто потому, что это действительно красиво, действительно по-настоящему мощно, действительно по-настоящему хорошо, круто. Ну, в общем, получаем удовольствие все вместе. Я очень хотел бы, естественно, опять-таки разглядывая фотографии, которые сюда уже огромным количеством скинули, фотографии с концертов. Что ж ты там вытворяешь-то, господи, прости. Я, когда смотрю на эти фотки, понимаю, что люди, которые придут на ваш концерт завтра, они, видимо, получат по полной программе, что называется, удовольствие полной ложкой. Вплоть до того, опять-таки, мостики ты любишь. Смотри, вот еще одна фотография с мостиком. Как можно петь на мостике? Скажи мне, пожалуйста, ты имеешь какое-то спортивное прошлое? Ну, смотря что считать за спорт. Ну, не знаю, мало ли. Гимнастикой, может быть, занимался? Нет. В наших кругах спортом считаются очень многие вещи, которые мы любим. Нет у меня гимнастики. Бальные танцы, немного балета было. А так нет.
Ну, когда ты вдруг задумалась, сказать или не сказать, Денис тебе покачал головой и сказал, не надо, не говори. Папа здесь, большой папа. И что, большой папа? Ты я контролирую. Папа. И что? А что такого страшного, например, если девушка занималась каким-то экстремальным видом спорта? Вчера. Сегодня утром, наверное, тоже. Я не удивлюсь, если речь идет о стриптизе, по-моему, это нормально. Не, стриптиз, я просто, ну, я хорошо знаю этот бизнес, потому что я работала диджеем в стриптиз-клубе, но не танцевала, вот. Поэтому я, в принципе, и сравнила сегодняшние наши посиделки в этой замечательной комнате с приватным танцем, потому что как-то так неловко вообще, как будто бы я вот перед родителями дома выступаю. В детстве постоянно просили выступить дома, на ковре. И так ну, наконец-то вообще. Свершилось, наконец. Ну, да. Они смотрят сейчас? Вряд ли. Тогда чего ты так переживаешь? Послушай, я вот сейчас обнаружил список концертов. Мы говорим только о пятом почему-то. А у вас-то, ребятки, список такой немаленький. 19 сентября Ярославль, как я понимаю. 26 сентября Санкт-Петербург. Почему надо об этом сказать? Потому что аудитория своего радио, она разбросана по всему шарику. Не только по России, матушке. Так вот, 5 сентября Москва, Вольта. Это завтра. 19 сентября Ярославль. 26 сентября Санкт-Петербург. 2 октября Пермь. Дом культуры. 3 октября Екатеринбург. Дом печати. Мне так нравится в Доме печати песни петь. 10 октября Казань. Клуб «Соль», я так понимаю, там, да? Да. А что такое в Ярославле ПГ? Папин гараж. Папин гараж, потрясающее так, место. Так клуб да, называется. Да, любимое. Плейс в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. А еще 27-го в Москве в 16 тоннах мы будем на разогреве у английской группы Girls Band, и они очень прикольные. Вот. 27 сентября? Да, 27 сентября. Но это будет буквально 15, наверное, минут веселья. Я думаю, этого хватит. Я думаю, этого хватит аудитории, посмотрим, чтобы влюбиться в вас сразу. И еще один момент. Мы почему-то об этом не сказали, а кажется мне это важным, ведь завтрашний концерт 5 числа в Вольте, это релиз некий, да? Вы да, показываете да. свой сингл. Да, да, это презентация сингла. Ну, так а что же не говорите-то об этом? А вы сегодня поете эти песни из сингла? Нет. Нет, сингл — это всего лишь одна песня. А, одна песня. А что-то не спеть бы? Да. Ну, потому что мы готовим заявлено, что презентация завтра, дню. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в общем, заинтересованные люди наверняка как-то так побегут завтра, чтобы это услышать. В любом случае. Но, как я понимаю, это предтеча, это сингл, по-любому, предтеча большого альбома, да, следующего, именно, третьего да. вашего альбома да. уже. Как он будет называться? Понятия не имею. То есть пока нет идей никаких. Он даже еще не дописан. Я имею в виду материал, даже еще не весь дописан. Так что как он будет называться, одному никому известно. Ну, будем ждать. Будем ждать, будем следить за тем, чтобы это как можно быстрее. А как планируете вообще, в принципе, этот альбом когда выпустить? Планируете? Ну так, на скидку хотите. Мы надеемся на декабрь. Но... То есть до конца года уже? Да, да. Ну тут осталось совсем немного потерпеть. И поклонники, которые сейчас уже с нетерпением ждут, наверняка будут теперь удовлетворены тем, что вы к концу года таки его выпустите. Дай бог, чтобы так и получилось. Вот что, давайте еще одну песню споем. Просто я понимаю, что немножко у нас пауза затянулась. Потому что было начало часа таким долгим, длинная песня была. Чтобы не потерять возможность спеть всю программу. Давайте прямо сейчас еще споем что-то. Что это будет? Jet Down. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня Джек Вуд. Как их называют в разных местах, имею в виду всяческую прессу, сибирское трио. Вообще звучит, конечно, это забавно. Погнали. Oh,
Откуда что берется-то, господи, прости? Вот откуда что берется? Всякий раз смотрел, когда на Нуки, думал, откуда в этом маленьком тщедушном тельце столько всего? Теперь могу о тебе это рассказать. Но откуда такая моща-то там? На чем? Жила такая, что ли, мощная? Ну, очень красиво, правда. Джек Вуд, запоминайте, пожалуйста, те, кто не был в курсе, запоминайте это название, коллектив достойнейший вашего внимания. Теперь мы двинемся дальше. В этой связи как раз традиционный вопрос, и часто очень аудитория даже пытается об этом спрашивать, выяснять. У кого какое образование? Это важно для тех молодых музыкантов, которые тоже пытаются что-то делать в музыке. И кто-то считает, что нужно заниматься исключительно музыкой, и кто-то считает, что нужно сначала получить какое-то образование высшее профессиональное, а там дальше уже связать себя с музыкой. Ну, в общем, как у вас-то все это? Кто каждый из вас по образованию? У каждого свой путь. У тебя какое образование? Музыкальное. Ну, ты говорила, школа музыкальная? Да, я заканчивала музыкальную школу. Клавиши. И все остальные. Да, там фортепиано, хоровое отделение. Но все остальные попытки учиться чему-либо закончились провалом. Потому что, ну, лично я свой путь даже не выбирала. Да, мне кажется, просто ты холерик, почти холерик по психофизике своей. Тебе вот это сидеть за партой. Ни противно. В коем случае, да, скучно. Скучно, скучно, понятно. Там не накатишь, чтобы нормально, правильно? Ну, там учиться надо, лень. Не то слово, не лень, скучно. Просто вот... Да, да, именно скучно. Двигаться нужно. Ты что у нас здесь? У меня образования музыкального нет. Да и ладно, про музыкальное. Какое-нибудь есть? Да, есть. Кто ты? Я рекламист. Есть такое образование? Да. Серьезно? В Томске, да, есть. Подожди, Юля кивает. Да я немножко разберусь. Я понимаю, что оно есть. Я хочу знать, кто он конкретно. Кто? Специалист по рекламе. Просто широкий специалист по рекламе? Да. Любой да. рекламе? Да. Пользуешься этим? Нет. Почему? В коллективе есть специалист по рекламе. Где реклама ваша? Вот такой специалист. Да, такой специалист. Просто такой человечек. Не, конечно, я, как и многие вообще сейчас современные подростки, дети, отбабахал это эти 5 лет образования, чтобы от меня отстали родители, и не более того. Я никогда не планировал заниматься этим и... Занимаюсь совсем не рекламой. Ты знаешь, иной раз никогда не знаешь, где надежды потеряешь. Да, возможно, конечно. Лишним не бывает. Когда ты разбираешься в рекламе, а когда уже речь заходит о том, чтобы надо как-то продвигать коллектив, ты как минимум сможешь выяснить, ну, как минимум сможешь знать, где тебя, ну, если вдруг кто-то захочет обмануть. Ну, я мягко скажу, да? Нельзя в эфире. Нет, ну вообще, на самом деле, мне в какой-то степени помогает это в наших делах. Вот, так что круто. Я не буду как бы кривить душой, да. Мне это в какой-то степени помогает. Николай все равно круче всех нас. Коль, микрофон есть, можно в него рассказать? У него есть не только музыкальное образование. Да, ну, музыкальное какое? Ну, Коль, ну давай, микрофон же как есть. Как правильно называется? Как правильно называется то, что у тебя твое есть? Музыкальное образование. Я закончил тоже школу музыкальную. Ну, по классу? На аккордеоне. О! Так. Я пришел к родителям и сказал, хотел играть на барабане. Они говорят, зачем тебе барабан, когда есть дедовский аккордеон? Понятно. Так. А потом он выпустился и сказал, хочу заниматься барабанами. Преподаватель, он говорит, окей, без проблем. Но ты будешь заниматься 2 раза в неделю аккордеоном и одно занятие барабанами. Я сказал, ну спасибо. Ну какой стимул прекрасный. Да. То есть ты в итоге и на аккордеоне играешь, и на барабаны? Не, я его вообще... То есть меховые инструменты не твои? Там иногда мне спрашивают, на аккордеоне ты когда сыграешь? Никогда вообще. Но более того, у него еще историческое образование есть. Так, что такое? Я... преподаватель истории, специалист преподаватель истории для детей и взрослых, видимо. Но ты не пользуешься этим образованием. Я чуть-чуть поработал месяц и подумал, ну нафиг вообще. Скучно. Дети очень плохие нынче. Во всех состояниях. Во всех состояниях. Во всех отношениях. Ну окей, выяснили. 4647 это короткий номер для смс ваших. 4647. Сначала пишите свои, пробельчик ставите, потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это и вопросы могут быть, повторяюсь, и какие-то эмоции, впечатления. Вот Ватанабе Шира пишет, почему-то именно у крохотных девушек очень мощные голоса. То вот буквально, что называется, я сказал об этом, Нуки и Слот, солистка Wake Me Up, теперь за Джек Вуд, да, та же Эдит Пиаф, 1.5 метра ростом. Вот правда, какая-то удивительная черта у крохотных девочек. Ну, крохотных в смысле маленьких таких вот. Так дело же не в размере. Ты понимаешь, а если бы все так, если бы ты знала, как учат в оперной школе... Я же вижу, да, секс мертв, я понимаю, да. Говорили мы уже об этом вначале, сама пробиваешься уже. Я же ведь никуда не тащу тебя в эту сторону, даже пытаться не пытаюсь. Есть оперные школы, да?
Есть такая школа итальянская и русская оперная школа. Если иметь в виду итальянскую, то люди поют почти не открывая рот. А если иметь в виду русскую оперную школу, то там аж печень можно посмотреть, когда человек поет. А, да? Так вот, чем больше как бы основа считается, почему все вокалистки, в основном все оперные, они такие крупненькие, считается, что голос должен стоять на какой-то базе. То есть, чтобы база была, основа была. И большинство серьезных вокалистов, ну, сейчас, может быть, что-то изменилось, потому что нынче есть понятие такое, как шоу-бизнес. Они уже с этой сцены, с большой оперной, уходят на площадку поменьше, имею в виду размерами, но побольше, пошире в охвате аудитории. То есть шоу-бизнес. А так-то в основном оперные певички и певцы тоже такие дяденьки, тетеньки с массой. Так что я как раз-таки имею право удивляться тому, откуда у тебя что берется. Это комплимент. Так, может, я и массу так, когда-нибудь наберу, и голос будет еще сильнее. Нет, судя по твоей косточке, ты массу-то не наберешь. Не сможешь просто, даже если очень стараться будешь сильно. Спасибо. Жить можно. Не получится у тебя. У меня есть пример на глазах в постоянном виде. Так, есть тут какой-то вопрос, я его подметил под себя, но потерял, много очень пролистал, и почему-то не могу, но не хочу время терять. Люди просто вот пишут, вокал шикарен, ну что еще сказать. Спасибо большое. Комплиментарная часть. И она очень значима. Кстати, а что вам больше... И вообще, мне кажется, вы вообще не обращаете внимания ни на комплименты, ни на критику. Или обращаете? Не особо, да. Ну, на самом деле приятно и то, и другое. И еще мы очень любим ребят, которые злятся или говорят гадости. Вот мы их тоже очень любим. Это всегда украшает наши дни какими-нибудь шуточками на эту тему. То есть любите потроллить немножко таких? Да, конечно. Это так классно вообще, что некоторые прям так злятся, что даже делают какие-то усилия, создают какие-то фейковые страницы, чтобы написать какое-нибудь дерьмо. Это так классно, вот, что мы настолько вдохновили человека на такие действия. Самое жуткое, когда реакция нейтральная. Она должна быть или положительная, или отрицательная. Если нет реакции, хуже всего. Да, конечно. Поэтому мы рады и той, и той. Безусловно. Согласен, очень правильная, мне кажется, позиция. Я вас очень поддерживаю в этом плане. Давайте дальше петь. Что это будет? Это будет композиция под названием «Dig Deeper». С какой странной улыбкой ты об этом сказала сейчас. Она такая, это очень кокетливая композиция. Ну, как и ты. Как всегда, живой звук в программе. Чё-то Коля ушел, не хочет играть, что ли? Что случилось? Какие-то секретики. Какие-то мужские секреты начались сейчас. 4647, это короткий номер для смс. Ваш сначала свои, пишите пробел. Дальше все, что хотели бы адресовать сегодня этим ребятам. Джек Вуд. Погнали. Dig deeper and below. Thank you.
Эх, как пахнуло 70-ми сейчас, круто. Ребят, нет, но то, что вы делаете, это действительно уникальная история. Мало кого, я могу вспомнить сейчас из наших российских музыкантов, кто позволил себе уйти в эту сторону в музыкальном плане и развиваться, расти и приносить что-то свое, и делать это расчудесным образом. Значит, блин, вот я дурень, надо было с самого начала звук на полную ставить, пишет. Конечно, надо было врубать так, чтобы выносило мозг. Кстати, пишетесь вы где? В России или с Бугром? Ну, если альбом писать. Да вообще дома мы все писали. В Москве? Да. Ну, в квартире, дома. Как дома? Вот это все дома? Да, да. А кто у вас соседи, простите? Несчастные люди. Понял, да, это люди очень... А, кстати, эти люди на концерты ходят, да, ваши несчастные? Ну, когда они дома иногда, да. Концерты сами приходят. Нет, серьезно, как уживаться-то в этой ситуации? Да просто забить, делать... Или как там электронные делаешь? Барабаны используют, нет? Не-не-не. Все живаго? И комбари живаго? Барабаны мы, конечно, не пишем дома, да. Но комбари, да, живые, да. У меня 60... Вот этот звук ты даешь дома? Да, да. И соседи рады? На самом деле, совсем мы два альбома писали дома, и совсем недавно мы начали работать с московской студией DTH, и последний сингл, который вышел буквально вот несколько дней назад, который мы презентуем, и альбом, который выйдет, мы пишем на этой студии, потому что там оказались очень классные ребята. Uh-huh. И очень хорошая атмосфера, та самая, которая, ну, типа, не напрягает вот эта вот студийная тема, когда звукорежиссер пытается постоянно как-то впихнуть свое мнение и все прочее. Очень хорошие ребята, с которыми мы дружим, и теперь мы имеем возможность сделать это в... То есть теперь я могу поставить себе не один комбарь, а пять, что я и делаю. Теперь, наконец, ты расширил свои возможности. Ну, зови соседей туда. Ну, пусть придут, послушают, как это должно звучать, чтобы понимали, что то, что дома, это, в принципе, так, цветочки. Легонькое путешествие по музыке серьезной и громкой. А теперь вот что интересно. С одной стороны, понятно совершенно, что вы коллектив, Джек Вуд, я имею в виду, коллектив, который живет своей жизнью, обособленной жизнью, жизнью своего и в своем маленьком, ну, если иметь в виду личном маленьком мире, который становится большим на концертах. Опять же, разглядывая фотографии, я увидел несколько... Ну, иди сюда, иди зайди, я тебе покажу. И вопрос задам именно по этой фотографии. Сейчас, секундочку. Сейчас Сашка мне придет сюда. Я ей покажу эту фотку. Она же не может ее не знать. Вот скажи мне, вот это что значит? А. О, нет, теперь к микрофону. Теперь рассказывай, пожалуйста. Я объясню тем, кто не в курсе. Саша на краешке сцены. В достаточно вызывающей позе, я бы так сказал. Имею в виду присевшие молодые люди. Держат ее за ноги. А сзади одного молодого человека какая-то такая взрослая тетя с большим бюстом тоже тянет руку к ногам Саши. Я хочу понять, что это такое. Это демоны. Они демоны? Все демоны. Там... И у них, и у нас. Да, мы выпускаем. То есть их, некая медитация. И люди да, выпускают да, своих. И вот иногда, да, получается так, что... Ну, вернее, не иногда, а когда позволяет сцена... и пространство вообще, с которым ты сотрудничаешь во время выступления. То да, есть медитативная часть любят. Обязательно присутствует у вас в концертах, я так понимаю, да? Ну, вот поэтому вот здесь получается так очень сложно. Да, сложно реализовать, ты, как бы невозможно ты передать. Ты играешь тоже. Песню, потом ты разговариваешь, и все сбивается. Потом ты начинаешь снова играть песню. Ну, извини. Ты вроде бы расходишься, извини. Но надо уже заканчивать, и ты снова разговариваешь. Вот. Ну, такой формат эфира, да, это радио. Но это тоже радио. Опыт интересный, на самом это деле. Это радио. Квартирники, так называемые. Mm-hmm. Да? Я считаю, что ну, сама по себе история с программой «Живые» — это не столько радиошоу, сколько кухня. Чаёчек, кофеёчек, там, что тебе еще нужно было, да? Mm-hmm. Решили вопрос. Всё. Это совершенно нормальная история, когда мы просто как бы, да, вот я сейчас говорю «как бы», в кавычках имею в виду, познакомились и как бы делимся друг с другом какой-то информацией, и как бы показываем друг другу то, что умеем. А народ со стороны за этим наблюдает, присутствуя здесь же, на нашей кухоньке, и получает от этого либо удовольствие, либо неудовольствие. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Вы же понимаете, что не все люди любят одну и ту же музыку. Это совершенно нормально. К счастью. Поэтому, к счастью, да. Поэтому так, такие правила, что делать. Зато концерт, я так понимаю, все идет одним общим массивом, и останавливаться там не нужно, песня за песней, и нарастание, потом кульминация. Вот этот момент кульминации на фотографии, я так понимаю. Ну, там очень много кульминаций, да. Так я на каждую фотографию смотрю, да. И понимаю, что кульминация на кульминации, собственно. Мы последнее время... Экстаз на экстазе. В последнее время мы стали делать перерывы, типа час отыгрываем и уходим перекурить, потому что нужно маленько... Отдохнуть, вздохнуть. Да. Ну, это если говорить о больших концертах, что бывает очень редко, буквально раз в полугодие, если говорить про Москву. Поэтому мы, конечно, завтра
готовимся, в общем, к завтрашнему дню, потому что завтра, в общем, снова такое массивное умирание предстоит, следовательно, послезавтра. Подожди, секундочку, что значит, извини, задим, что такое массивное умирание, что ты имеешь? Ну, это значит, что это не полчаса, ты отыграл на фестивале, и типа тебя унесли со сцены, у тебя шары в голове покатались, 15 минут ты покурил и пришел в себя. Это значит, что это будет около 2 часов извержений всех и всего, что есть во мне, в нас. А потом дальше весь следующий день на катарсис. Восстановление. Да. А вообще музыку какую-то слушаете помимо себя? Что, если слушаете? Что да, слушаете? Конечно, много музыки, если слушаем, то много и на самом деле очень разный. Ну, вот. Западный в основном, я так понимаю. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно, сказала она. Да, у нас, кстати, в России масса коллективов, на самом деле, даже англопоющих, да, поющих по-английски, которые я рекомендую вам послушать, потому что они делают музыку на том же уровне, на европейском, как и вы это делаете, кстати. Круто. Просто вы об этом нужно, не очень знаете. Да, нужно просто, видимо, познакомиться с поделюсь этим. Поделюсь с вами. С удовольствием, классно. Причем. С удовольствием. Давайте попоем еще. Я очень хочу, чтобы вы успели спеть программу всю, которую... А на самом деле... Последняя? Это последняя, да. Как последняя? Не, ну, можно, конечно, еще. Как последняя? 12 песен должно было бы быть. А вы сколько готовили? 10? Сколько там? Давайте Stoned сделаем. Давайте сделаем. Давайте сделаем Stoned. Давайте сделаем. Нельзя обманывать аудиторию. Нужно дойти и по полной программе получить удовольствие. Откушать, так сказать. Если время позволяет, время без проблем. Позволяет. Отлично. Как всегда, живой звук в программе «Живые». А ты играй на одном. Сделай вид, что ты играешь на двух там. Да что ж такое, он сейчас кочевряжется начнет. Мы можем сыграть другую песню. Какую? Он говорит, что он не может без второго тома играть эту песню. А ты в перестройке сейчас? Нет. Нет? То есть Back Tonight не можем, потому что она в перестройке. А давай ты мы споешь что-нибудь, что можете, потом мы поговорим с Сашей, а ты перестроишься. Никак не можешь, да? Можем сыграть Homeless and Dead. Да, давайте. Как всегда, живой звук. Ну как? Ну, не знаю, как-нибудь. Ну, понятно, что всегда, когда человек стремится сделать хорошо, он не может себе позволить сделать плохо. Можем? 4647 — это короткий номер для смс-ка. Ваших сначала свои, пробельчика, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. И вопросов достаточно много. Сейчас мы их почитаем тоже. Здесь, кстати, сказать, я прошел 3 стадии знакомства с группой, пишет Максим Зверев. Ничего, музычка, посмотрим, что будет дальше. О боже, как же это клево. Вот у человека происходит сейчас просто перерождение, на самом деле, в отношении музыки Джек Вуд. Ну что, готовы? Поехали? Поехали. Thank you.
хорошо, что вы спели эту песню. Сейчас еще одна сторона, еще одна грань музыкального творчества Джек Вуд мелькнула, и так красиво, красиво мелькнула. Послушайте, а песни на русском нет? Не пробовали петь на русском, да? Принципиально? А, нет, просто русский язык хреново сочетается с этим жанром. Да, русский язык, в общем, с рок-н-роллом мнению. Не очень в принципе сочетается. Потому да. И существует некое мифическое понятие русский рок. Нет, но зато существует, например, Майк Науменко, угу. который сделал все очень хорошо, по-моему. Он угу. выдвинул поэзию на передний план, и это замечательно. Но это другой жанр. Это не выпуск демонов, это варево демонов. Это немного другое. Как ты разбираешься в этой теме, я смотрю. Почему у тебя крестик тогда не перевернут, который в ушко воткнут? А это я так, шучу. Не обращай на меня внимания, пожалуйста. Я почему спросил, просто как-то однажды я сделал для себя вывод, когда устал спорить с народом, типа патриотическим народом, который считает, что раз ты русский и русскомыслящий, то петь надо по-русски. Ну, да, при этом он, конечно, ездит на иностранной машине, жрет иностранную колбасу, иной раз сыр, который нынче запрещен, ходит в иностранной одежде, но патриот. Надо петь по-русски. Я сделал вывод для себя, а все на самом деле очень просто. Люди стесняются признаться в том, что они не знают языка. И вот это стеснение, да, и необразованность свою прикрывают неким ура-патриотизмом. Раз ты русский, то пой по-русски. А вы сами сказали, что в Грузии очень много молодежи, полно сейчас говорящих на грузинском, понятное дело, и на английском. И сейчас и в России тоже молодежь изучает язык, слава богу. А в годы, мои годы, в те годы, когда я школу заканчивал, к этому языку, вообще к любому иностранному относились так, ну и зачем? Русский тоже международный тогда считалось в Союзе, потому что полмира говорит, а так и было. Страна огромная. Сколько стран вокруг говорят по-русски. И во многих странах европейских изучали русский язык, потому что это был как бы второй полу такой официальный международный язык. Реально, при Союзе так и было. Вот. А потом все изменилось, а навык учиться у человека уже напрочь пропал. Поэтому изучать язык, это тратить время, это тратить силы, эмоции, энергию. Зачем? И когда человек не знает языка, он говорит, ну как это, ну что, все вроде неплохо, только понимать бы, о чем поют. Так пойди язык поучи, будет все понятно. Не, ну сейчас наше поколение, к счастью. Является все-таки скорее людьми, которые считают себя людьми мира, а не принадлежащими какой-либо национальности. И это очень приятно, и приятно, что есть интернациональный и несложный на самом деле язык, которым можно пользоваться в общении с разными людьми. И это очень классное ощущение, когда ты вот приезжаешь куда-нибудь, а там еще и тексты понимают. Это очень приятно. Вот, потому что мне самой грустно иной раз, что не все здесь, в нашей стране, понимают мои тексты, как человеку, который эти тексты пишет. Вот. Но, тем не менее... Подстрочный перевод надо делать. Когда мы пишем музыку очень... То есть ты же просто слышишь что-то в голове и выписываешь mm-hmm. это. И на русском пока что вот заявлений в голову не приходило. Мы подождем, вдруг что-то придет. Да, вдруг родится такая история. Почему нет? Все же непредсказуемо. В этой и я знаю массу примеров, кстати, групп, которые начинали с того, что пели по-английски, много лет по-английски, потом раз и переходили на русский. Наверное, им хотелось денег. Видимо. А может быть, просто, знаешь, с одной стороны, может быть, денег, а с другой стороны, вероятно, вероятнее всего, некое понимание, что ли, такой вот упрямство народа. Ну, не хочет народ заниматься языком. А докричаться как-то хочется. Поэтому надо как-то свое творчество еще и на русском показать. Есть группы, которые пишут альбомы и на русском, и на английском. Ну, значит, там изначальная проблема в том, что люди хотят не делать музыку, а до кого-то докричаться. Да-да-да. Вот, например, Александр Еременко пишет, что предпочитаю русскоязычную музыку с четко выраженной текстовой составляющей. Но то, что творится сегодня, просто нереально круто. Если решите посетить Калининград, с удовольствием приду на концерт «Выплеснуть демонов». В кавычках. Уже наш человек есть в Калининграде. Хотя бы один, да? Я думаю, больше. Я думаю, на самом деле, больше. Надо, как раз уже зашла речь о Калининграде, о городах России. Давайте напомним, что 5 сентября в клубе «Вольта» в Москве, завтра, концерт. Большой, я так понимаю, двухчасовой концерт, да? Большой, вот. 19 сентября в Ярославле, ПГ. 26 сентября Санкт-Петербург, The Place. 27 сентября, ты говорила, еще на разогреве у британской да, команды? Да, в 16 тоннах опять в Москве. Дальше у нас что? 2 октября Пермь, Дом культуры. Я люблю эти названия. 3 октября Екатеринбург, Дом печати. Как я люблю Пермь. 10 октября Казань, клуб «Соль». А почему ты любишь Пермь? Там много людей хороших очень.
Друзей много в Перми? И друзей тоже. Все классные. Пермь классный город. Да, кто бы спорил-то? В городе Чайковском, в Пермском крае, моя мама живет. Я знаю прекрасно, что такое город Пермь. И более того, я скажу, я прекрасно знаю, что такое город Екатеринбург, бывший Свердловский, я служил под ним. А я прекрасно знаю, что такое Санкт-Петербург, у меня там живет брат с сестрой. Ну, я сейчас могу очень много называть, да, эти города все родные, все, на самом деле, близкие и все любимые. И Илья, так, сейчас, Рейвендарк, боже мой, даст Бог фамилию. Рейвендарк. Рейвендарк. Но он пишет кириллицей, поэтому сложно. Круто слышать Сашин... Круто слышать Сашин рост. А, рост в смысле творческий. Это я не про сантиметры, как в пении, так и повествовании. Кайфово. Короче, надо как-нибудь попасть на концерт. Мне интересно, откуда Илья... Сейчас я загляну к нему в Петрозаводск. А будете ли вы... Ну, в Питере, да. Я уже понимаю, что Питер у нас... Что там, я забыл? 26 сентября. А в Петрозаводск? Как-то пока не складывается. Не складывается. Ну, пригласят, вот, поедем. Мы сейчас после эфира, мы закончим с вами эфир и поехали в Петрозаводск. Погнали, что, конечно. Так мы-то поедем. Как раз у нас билеты на паровоз, мы едем. Там фестиваль «Перезагрузка», да, я его веду. Летом был «Воздух», который я вел там же, в Петрозаводске. Теперь этот фестиваль преображается в «Перезагрузку». Сегодня первый день. Кстати, меня спрашивали, как же я буду его вести. Он сегодня начался. Дело в том, что сегодня там 4 группы всего, и как-то обошлись без меня, там местный ведущий. Потому что я не мог позволить себе уехать сегодня и прокинуть группу, кстати, и прокинуть группу Джекут, чтобы не дать им возможность выступить сегодня в программе. Значит, завтра и послезавтра в Петрозаводске на фестивале «Перезагрузка» мы с вами встретимся, петрозаводчане уважаемые. Приходите, пожалуйста, там масса интересных коллективов, реально крутой фестиваль, посему вас там ждем. И надеюсь, что и вы когда-нибудь появитесь в Петрозаводске. Там хорошие фестивали, там хорошие... Там вообще хороший воздух, климат хороший, там удивительная атмосфера. Если сравнивать атмосферу нашествия... Да, все заулывали сразу, да. В 13-м году я его и делал, да, как в тот момент программ-директор нашего радио. Могу сказать честно, что фестивали по сути своей одинаковые, ну, там музыка-то примерно близкая друг к дружке, да, что в Петрозаводске на воздухе, что на нашествии. Пьют пиво одинаково, но штабелями лежащих пьяных мужиков и баб в Петрозаводске нет. То ли там воздух другой, и все выветривается быстрее, то ли люди культурнее. Вот это действительно удивительная совершенно составляющая. Дважды уже мы там были, дважды я вел этот фестиваль. Могу сказать, что радостных лиц такое же количество, как и на нашествии, но, извините, блевоты по углам, сущих во всех углах и вездесущих панков грязных там нет. Там совершенно все по-другому. По-моему, я хочу на нашествие. А зачем? Я тебе говорил сейчас про воздух. А она все демонов гоняет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего, ничего, ничего. Рост есть, но он не так быстро происходит. Ты поймешь со временем, что не надо. Так, у нас еще одна песня есть, да? И сколько она по времени? Ну, где-то минут 5, наверное. Отлично. Значит, мы как раз вплываем сейчас в хронометраж, и этой песней будем вынуждены заканчивать эфир. Времечко наше, к сожалению, уже подошло к концу. Что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, что побывали здесь, в программе «Живые», и спасибо, что показали свое творчество живьем. Это всегда приятно и кайфово, и очень часто бывает, многие об этом пишут, что слушаешь записи группы, а потом в живьем в программе совершенно разные ощущения. А на концерте это третье ощущение. Да, именно. Посему вольте завтра... Во сколько? 8? 8, да, 8. Быть надо завтра в 8 часов вечера. Вот мы не сможем, мы будем в это время уже на сцене в Петрозаводске, но сходили бы, наверное. Ну, Лиза, может быть, честно, выбежала, наша администратор, она что-то, по-моему, загорелась, уже желает пойти на ваш концерт завтра в Вольту. Я надеюсь, что таких желающих будет большое количество среди слушавших сегодня эфир. Как будет называться песня, которую мы закончим сегодня с вами? Да, песня основана на... реальных событиях? Ну, практически, да, на старинных песнопениях о товарище, которого звали Эзекиэль, и он... поднимал сухие кости из-под земли. Да, похоже, тебе надо на нашествие. Спасибо всем тем, кто был с нами сегодня. Прощаемся до понедельника. Будьте здоровы. А Джек Вуд заканчивает свою музыкальную программу.